22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, по всей стране зажгли свечи памяти. Присоединился к акции город трудовой доблести Магнитогорск. Жители и гости, участники автопробега из набережных Челнов, у вечного огня зажгли 600 свечей, выложив ими звезду и слово «Помним». Как это было в нашем репортаже. Стягиваться к монументу «Тыл фронту» магнитогорцы начали задолго до начала акции. Приходили трудовыми коллективами, боевыми братствами и, конечно, семьями с детьми. В это время волонтеры готовили и пересчитывали заготовленные свечи. В этом году их 600 штук. Мы ссылаемся на то количество до пандемии. То есть, если мы в этом году поймем, что свечей не хватает, то, соответственно, на следующий год будем увеличивать. Памятный митинг начали словами, которые 82 года назад разделили жизни людей на «до» и «после» войны. Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. И сегодня сложно представить, что скрывают за собой сухие цифры статистики. Надо не забывать, что большую цену отдал наш народ. Это 27 миллионов погибших воинов, женщин, детей, стариков. Это большой объем земель, которые были оккупированы. И не надо забывать, какой вклад вносил тыл для победы на фронте. Познакомиться с тыловиками Магнитогорска в город Металлургов прибыла целая делегация из набережных Челнов. Участники автопробега, ветераны боевых действий и службы внутренних органов, а также совсем юные патриоты. За плечами уже тысячи километров. Магнитка – завершающий пункт поездки. Чтобы они знали и восхищались своими предками, знали свою землю, свои города, свои производства. И я очень рада, что я попала в этот ваш город. Замечательный город, таких тружеников вообще. Я восхищаюсь вами. Молодцы вы. Как только на город опустилась ночная темнота, зажгли свечи. Елена Чистякова пришла к вечному огню с детьми. В детстве дед рассказывал ей о фронтовых буднях. Сегодня историю семьи Елена передает подрастающему поколению. Сын прошел, контузило. Ослеп, то есть после войны инвалид. Дожил до 109 лет. Чтоб знали, зачем это все было, что воевали наши деды, чтобы они росли свободно, то есть в концевых лагерях, как росли наши дети. Не знаю, печально все это знать. Вообще раньше. Хочется им сказать, потому что они сейчас на всем готовом живут. Буквально за несколько минут у подножия вечного огня появилась надпись «Помним» и горящая пламенем звезда, как символ победы советского народа. Елена Старостина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.